Он бухон, говно, блин. Это он на него? Да. Пидорас, блин. Он что-то нас только что не ушатал. И потом выскочил на встречку. Серьезно? Да, он был. Бля, я не мог понять, это чувак. Чувак, что это был? Ему все доступно, все должно. Я алкаш, бля, сука. Я вообще по жизни. Куда ж ты, блин, бежишь-то? Ты бежишь? Давай живу. Ты человека не убил? Дочь я никогда не убил. Дочь я никогда не убил. Пока я нет. Живой. Как ты? Ну ты чё? Ну, конечно, а кто же еще? Лыка не вешает. Актер любимый, ё-моё, чё ж теперь? А если бы кого-то, блядь, какую-нибудь... Не, ладно, сядьте в машину. А да какую сядь, машину? Я сядьте, блядь. Кто проезжал мимо? Вопрос. Ну смотри, я все, проезжал мимо, увидел. Через 5 минут я сяду, тормошу в машину. Здесь просто дохуя журналист. А вы сами как оцениваете то, что якобы вот он за рулем сейчас все-таки пьяный оказался? Может, как-то прокомментировать? Слова,
Сейчас в каком состоянии, как оценивать? Я счастлив в каком состоянии, говорить не могу ничего. Вы помните, что произошло вчера в 21:44? Авария чудовищная произошла, поэтому я в шоке. Вы были пьяны? Вероятно. Сколько вы выпили вчера? Не помню. Где вы пили? Я не хочу с вами говорить. Вы признаете себя виновным? ГУВД. Вы знаете, что человек умер после той аварии? Да, конечно, признаю. Вы признаете себя виновным? Конечно, куда я дел? Да, если я приду в себя, потом с вами поговорю. Прикрывает следствие группы заместителя начальника 5-го отдела ЧПУ РПД СУВД ПОСАУ МВД Рассветов. Покидайте меня без письменного разрешения следователя места жительства по адресу ЧПУ РПД СУВД ПОСАУ МВД России по Москве. В общем, судебное заседание ходатайство и долго изложенными в аресте. Защитник долго срока защитного поддержала, при этом указав на возможность применения кипимого более мягкой меры пресечения, с учетом того, что он не скрывался применяемым приемом в свободе перемещения, и с учетом данных о личности, фактически цель дела и представленных сведений возложить на него запреты в соответствии с частью 7 статьи 107 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации и осуществление за ним контроля, поскольку в ином случае Ефимов может воспрепятствовать объективному производству уголовного дела. Каких-либо документов, свидетельствующих о наличии Ефимова заболеваний, препятствующих его содержанию под домашним арестом, материалах дела не содержится, суду не представлено. Заявлев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Руководитель пресечения, из чего следует, что находясь на свободе, Ефремов, опасаясь уголовной ответственности, по месту домашнего ареста и близких родственников, круг которых определен законом, запретить использовать средства связи, информационную, телекоммуникационную сеть, интернет по обстоятельствам, касающим расследования настоящего уголовного и адвокатами. Окажем такой звонки, обвиняемый должен информировать контролирующий орган. Запретить отправлять и получать почтовый. Дальше внизу подпись. Вот, вот здесь отведите, пожалуйста, где написано. А еще поближе можете? Готовы отсидеть на преступление? Вы покаялись в преступлении? Держи там, Олег!
В рамках расследования аварии с Михаилом Ефремовым возбуждено еще одно уголовное дело о сбыте наркотиков. Установлено, что актер устроил аварию, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении. Сегодня следователи побывали в пабе, куда дважды заезжал актер перед ДТП. Как рассказывает очевидца, он требовал налить ему алкоголь, но получил отказ. В результате Ефремов поругался с одним из владельцев и заслуженного артиста выставили за дверь. Спустя час он на своем автомобиле спровоцировал ДТП. Какие еще детали удалось выяснить, расскажет Светлана Доброхотова. На двери подковано «Счастье». Рядом камера видеонаблюдения. Звонок отключен уже сутки. Квартира Михаила Ефремова на третьем этаже дома в Плотниковском переулке под пристальным вниманием журналистов. По решению Таганского суда после пьяного ДТП именно здесь артист должен находиться под домашним арестом минимум 2 месяца. Здесь, на заднем дворе своего дома, Михаил Ефремов и парковал свой черный джип, так говорят местные жители. Но сегодня его место пустует. После аварии разбитое авто доставили на стоянку УВД ПАЦАУ как доказательство в уголовном деле. Теперь за всеми передвижениями заслуженного артиста России пристально следят. По правилам домашнего ареста ему нельзя выходить в интернет, пользоваться телефоном и общаться с журналистами. Последняя прогулка у Михаила Ефремова была накануне вечером, когда под конвоем его доставили домой после заседания суда. Вечером 8 июня джип Ефремова вылетел на встречку на Смоленской площади, протаранил отечественный фургон, за рулем которого находился 57-летний сотрудник доставки продуктов Сергей Захаров. Но первое, что сделал артист, выйдя из машины, попросил закурить и осмотрел свой джип. Он еле держался на ногах, был сильно пьян. Позже это подтвердила экспертиза. В крови артиста обнаружены еще и остатки наркотиков, кокаина и марихуаны. Михаил Ефремов пришел в себя лишь на следующее утро, когда узнал, что стал виновником смертельного ДТП. Вы помните, что произошло вчера в 21:44? Автоавария чудовищная произошла, и поэтому я в шоке. Вы были пьяны? Вероятно. Сколько вы выпили вчера? Не помню. Где вы пили? Я не хочу с вами разговаривать. Вы признаете себя виновным? Да. Вы знаете, что человек умер после той аварии? Да, не знаю. На самом деле трагедия могла случиться как минимум на час раньше. Московские камеры зафиксировали Ефремова, явно под шофе, около его любимого паба. Уже там он чуть не посадил на капот джипа пару пешеходов. Спустя полчаса он вновь сел за руль и, поворачивая на Садовое кольцо, не уступил дорогу черной Тойоте. Водитель говорит, успел затормозить, а когда увидел аварию, достал телефон и начал снимать артиста. По словам очевидца, в кадр не попал пассажир джипа, некий человек в белой футболке. У меня до сих пор перед глазами вот образ человека, которого вот я заметил, да, то есть это был человек в белой футболке спортивной, да, то есть в салатовый у него был дождевичок, либо там вот ветровка, вот, ну, рост, наверное, с Ефремова, потому что вот от машины он чуть-чуть, да, то есть был выше. И такой, у него была такая щетина, вот как у вашего оператора. А вот некоторые СМИ считают, что на соседнем сидении с Ефремовым могла находиться 36-летняя актриса Дарья Белоусова, коллега по театру «Современник». Сейчас девушка скрывается от журналистов, но полиция уже опровергла информацию о том, что в машине Ефремова были пассажиры. Семья погибшего курьера Сергея Захарова готовится к похоронам. Пожилая мать, жена и взрослый сын настаивают на самом жестком наказании для артиста. В Москву Сергей приехал на заработки из Рязани. Ну, а дядя Сережа, говорю, знаю с детства. В детстве с его сыном часто дружил, соседи тем более. Тут у него матушка осталась в деревне, она уже в возрасте. Он постоянно приезжал, навещал и ухаживал за ней, там продукты все покупал. А вот коллеги артиста придерживаются другой позиции. Они считают, что трагедии можно было бы избежать, если бы знать, где подстелить солому. Ведь все они не раз говорили о крепкой любви Ефремова к спиртному. Алкогольная зависимость – это тяжелейший недуг. Это понимали, осознавали все давно. Это обсуждалось, над этим шутилось. Но, видимо, никто из близких не в состоянии был помочь ему. Тем не менее, алкоголизм артиста не повод уйти от ответственности. Ефремова ждет несколько экспертиз. Психолого-психиатрические, автотехническая и, если потребуется, следственный эксперимент. Эксперимент будет проводить следующим образом. Будут браться аналогичные транспортные средства, будет осуществляться движение. То есть в какой момент... Это все будет зависеть от показаний сейчас Ефремова. Будет нуждаемость в этом следственном эксперименте или нет.
Но модель тоже будет создаваться примерно от того дорожно-транспортного происшествия, которое было. Ну, соответственно, до момента столкновения. За ДТП, которое унесло жизнь человека, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Светлана Доброхотова, Николай Паджев, Георгий Игнатовский, Елена Жигулина и Наталья Кожарова. Москва, 24.